скажи, пожалуйста. Вот. Вот это вот, конечно, не идеальный, не идеальный удар, но что я хочу сказать, еще раз покажи вот эту дырку, да? Так, теперь давай покажем вот здесь вот сбоку. Значит, эти платы использует IKEA в производстве стенок, дверей для шкафов, а также самих плат для столов. То есть наклеивают шпон и продают. Сходите в IKEA, проверьте, посмотрите и убедитесь в том, что такая плата действительно крепкая и действительно твердая. А вот эта вот херня с этим вот ударом и толчком картонки или еще куда-то, не дюймовый удар, а хрен на палочке.